Лайфхак для тех, кто ходит в солярий или хочет приобрести солярий БУ. Трубчатая люминесцентная лампа работает в температурном режиме 70 градусов. Акриловое защитное стекло, установленное в солярии, имеет температуру плавления 90 градусов. Если вы пришли в солярий и видите потекшие стекла с деформацией, то лампы в таком солярии работали не в нормальном режиме. При перегреве лампа теряет свои свойства и больше не дает загар. Это происходит всего после 200 часов наработки. Если вы пришли позагорать, то, скорее всего, загар вы не получите. Если же вы решили купить такой солярий, то знаете, работать он не будет и загар давать он не будет. То есть прибыль он приносить не будет. У такого солярия проблемы с системой охлаждения. Исправить ее нельзя, это конструктивная особенность некоторых аппаратов. Хочу особо отметить, что у Ricci Moretti таких проблем не бывает. Там совершенно другая система. И принцип...